Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я вам покажу, как на устройстве Realme 8i добавить отпечаток пальцев. В первую очередь переходим в настройки, затем в раздел пароль и биометрические данные, добавить отпечаток пальца, продолжить. Следующим шагом нам нужно добавить пароль экрана блокировки. Можем использовать этот 6-значный пин-код, можем поменять его на паттерн, графический ключ на 4-значный пин-код, на пароль от 4 до 16 цифр, на пароль от 4 до 16 любых символов. Я выберу самый простой 4-значный пин-код. Затем его вписываем, его повторяем. Находим сканер отпечатка пальца, который у нас находится на кнопочке включения, вот здесь. И тыкаем его нашим пальцем несколько раз, пока он не запомнит наш отпечаток. И готово. И теперь при помощи отпечатка пальца можем, к примеру, разблокировать наш телефон, не вводя при этом даже пин-кода. Или же вообще можем разблокировать наш телефон, даже так просто прикасаемся, даже не нажимаем кнопку, просто так легонько, оп, и телефон уже разблокирован. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.